продать свой лайткоин, там, не знаю, по 300 то контрактов, вы просто ставите sell short, confirm, и вот он появился на графике. И вы также можете перетаскивать его, если вы хотите продать по 275 немножко, по 250. Таким образом, частично закрывая позицию. Очень удобная биржа Femex, всем рекомендуем, ссылка на нее в описании. Ну, а мы продолжаем. Если мы посмотрим на настоящее время, как будет выглядеть 33% от пересечения, которое у нас только что было? От нынешних цен движение на 33% поместит нас на отметку примерно 50 тысяч. Так что, если мы увидим похожее движение, это может вернуть нас на 50 тысяч. Если мы получим ралли облегчения, которое поместит нас обратно на эти уровни, я не думаю, что этого точно будет достаточно. Если вы хотите, чтобы бычье настроение вернулось касательно биткоина из-за ралли облегчения, надо, чтобы мы удержались на 20 недель.